Город Петропавловск, арена Александра Винокурова. Первая встреча в рамках плей-офф про-лиги, про-хоккей-лиги между командами Кулагер. Город Петропавловск принимала команду СРРК из Караганды. Матч на очень высоких скоростях. На 16-й секунде была заброшена первая шайба. К сожалению, повтора нам ее не увидеть. Забросил ее Вадим Зеленков. И много силовой борьбы. Качественные пасы, быстрые контратаки, силовые броски. Вот Альберт Вишняков наносил бросок. Безупречен был Никита Бояркин. Правильная позиция Никиты спасала его в этой встрече. Ну и видим, Андреенков отбивает шайбу после набросов Михайлова. Большинство разыгрывает команда СРРК. Бросок Михайлова и добивание Зеленкова. Дубль. Дубль Вадима. Повели 2-0 в пользу СРРК. Тут уже набросы. Большинство разыгрывала команда хозяев. Нет, здесь 5 на 5. Бросок Ильи Нестерова не достиг цели. Никита Бояркин по-прежнему безупречен. Хорошо разыгрывали. Хорошо, быстро входили в зону. Высокую скорость проявляли карагандинская команда. Здесь удаление получает СРРК. Розыгрыш большинства. И нарушение 5 на 4. Розыгрыш большинства команды Кулагера. Бросок Репина. И на добивании немножко не хватило здесь Алексею Грищенко. Грищенко. Снова большинство. Федор Хорошев. Наброс на ворота. Небольшой сумбур на пятаке. Не получается забросить. Здесь уже в большинстве атакуют. И на добивании не успевает Воробьев забросить шайбу. Линков отражает ее. Попитич. Здесь снова большинство Кулагера. В касание. После паса Логинова бросает Рамазанов. Но безупречен Бояркин. Исмагилов проход сольный не удается. Немножко не везло хозяевам площадки. Очень много моментов было у Кулагера. Но здесь видим, что Алексей Грищенко применяет силовой прием. Проявляет силовой прием, запрещенный удар в голову. Удален до конца Алексей Грищенко. Теряют хорошего опытного защитника команда Кулагер. Но продолжают биться. Здесь уже большинство СРРК. Бросок сходу. Борисевич выигрывает шайбу. Дает пас Голоднюку. И Голоднюк наносит неточный бросок. Нуриев. Наброс на ворота. И сходу бросок Максима Волкова. Попадает он в шлем. Никите Бояркину. Безупречен. Идет на сухарь Никита. Вот, видимо, повтор. Никита выбирает идеальную позицию. Все силы были брошены командой Кулагер. И вот здесь видно заброшенная шайба. В большинстве быстрый вход все того же Вадима Зеленкова. Хитрик Вадима. В этом матче вторую шайбу мы с вами не увидели. Ее забросил Кирилл Беляев. Поздравляем команду СРРК. Победа 4-0 в первом матче. Заслуженный сухарь Никиты Бояркина. Отличная игра. Все, 4-0 СРРК Кулагер. До новых встреч.